Более 25 тысяч человек стали участниками республиканского субботника в Карачаево-Черкесии. Он прошел в преддверии Дня Республики и Дня города Черкесска и в поддержку всероссийской акции «Вода России». В уборке территории задействовали более 500 единиц техники. Очищенная территория площадью 410 гектаров, собрано почти 300 тонн отходов. Глава республики поблагодарил всех жителей Карачаево-Черкесии, которые присоединились к субботнику и проявили свою социальную активность.